Так, ребят, сейчас мы покажем вам работу на встречу и с развитием. Пошел. На 4 у нас кидает левое прямое. Все, уходим. Можно как в уклоне, так и вниз. Отлично. Хорошо. Это встречно, левое на левую. А теперь кросс. Так, кросс. Теперь кросс, да, уклоняемся, уклоняемся. Подготавливаем атаку. Отлично, смещение, да. С угла опять под левую ручку, да. Оп. Вот можно также уклониться вниз под руку. Не уклониться, а просто уйти. Да, вот, вот, отлично. Хорошо, смещение, да. Смена углов. Ребят, уходите прям четко к плечу с линии удара. Да, уклоняемся. Встречаем и тут же бьем встречный удар. На доли секунды опередить своего спарринг-партнера. Потому что самый страшный удар – это встречный удар. Ускорение двух сил. Так, ребят, вот давно просили по работу против левши. Ну вот, давайте мы сегодня с вами продемонстрируем. Погнали. Один работает, да, левша вот своей передней рукой. Здесь мы сейчас продемонстрировали свинг. Да, сейчас навстречу. Да, работа навстречу с развитием. И вот здесь, смотрите, да, подбив печень. Самый, как бы, минус у левши – это печень, медленно. И смотрите, что делаем. Мы подбиваем перча, вот, четко, да. Ставим блок и четко бьем правой задней рукой в печень. Еще раз. И, да, да, оп-оп. Свинг. Пошел еще раз. На переднюю ручку, да, мы ее сбиваем. И бросаем правый в разрез туда. Четко свинг. И еще. Вот так. Да, обязательно развитие со смещением в сторону. И развиваем. Вот так в разрез правый прямой и также развитие. Мы сегодня развиваем акцентированный боковой удар, да? Именно вот с такой позиции. Поэтому 1.5 метра от своего спарринг-партнера. Что происходит? Мы встаем, толкаемся, вернее, да? И начинаем максимально выстреливать в удар. Это она левой бьет. Ребят, правая рука на защите. Падаем на переднюю ногу, тащим заднюю. Понятно? Задняя нога как якорь, чтобы вы не потеряли баланс. Соответственно, толкайтесь ею, но не отрывайте ни в коем случае, чтобы вы как цапли не оказались. Еще раз. И, да, локти собраны. Тот, кто будет вам держать, надо следить, не замахивайтесь, не отводите руку. Противоположная рука максимально четко у головы. Вы должны максимально сосредоточены. И, бэм! Используйте максимально свою присутствующую амплитуду массу тела. В ударе. Бам. Локоть. Браво. Еще.